Пришли на помощь взрослым. Юные инспекторы патрулировали дороги областного центра. Количество случаев детского травматизма на дорогах растет. Этой акцией школьники решили привлечь внимание проезжающих к важности соблюдения правил дорожного движения. Как это было, увидите в нашем сюжете. С начала этого года в Павлодаре зарегистрировано более 200 случаев дорожно-транспортных происшествий. 22 из них с участием детей. Это говорит о том, что примерно в каждом 10-м ДТП страдают несовершеннолетние. В связи с этим полицейскими было решено провести профилактические мероприятия совместно с павлодарскими школьниками. В данном мероприятии участвуют общественники, депутаты городского маслихата. Непосредственно, значит, мы останавливаем совместно со всеми участниками ЮИДами автомашины, мопеды, скутеры, мотоциклы и проводим профилактическую беседу о соблюдении правил дорожного движения, не нарушении, значит, правил, а также напоминаем о том, что они могут быть причиной и, значит, условиями совершения дорожно-транспортных происшествий. Юных инспекторов сотрудники полиции отбирали тщательно. Из 18 павлодарских школ выбрали одну, ученики которой знают правила дорожного движения на 5. К патрулированию привлекли учащихся школы имени Калижана Бекхожина. Мне было интересно узнать больше о разных, к примеру, там, знаках и правилах. Это для меня очень интересно. У меня есть там родственники полицейские, и вот, и я бы мечтала бы в будущем тоже стать полицейской. Я обязательно соблюдаю все правила дорожного движения. Мне нравится такая тематика. Я хочу стать полицейским. Из-за этого решился стать юным инспектором. Важно отметить, что такие акции не только способствуют повышению уровня осведомленности о ПДД среди водителей, но и помогают детям лучше понять и усвоить правила поведения на дороге. Анастасия Ерш, Алексей Мехедов, Ертыс-Акпарат.